Вот так. Ананья. Руку поднимай, руку на линию. Вот так. Остальные вот сюда. Иванов. Евгений Сергеевич. Да, заводи, как не слышно. Петрович, пойди ты своим командным голосом. Ну, не понимаю, что он прощается, да, уже. Вот, пошел дальше. От золота Константин Сергеев. Рыков Станислав. Мартин Иван. Yeah. Абдул Манапов Арсен. Yeah. Феликов Антон. Бобров Вадим. Yeah. Бойко Владимир. Yeah. Боля Андрей. Yeah. Воняшкин Дмитрий. Воняшкин. Вы тут Воняшкин, мы ему военный билет выписали. Где он? Воняшкин здесь. Воняшкин. Я здесь. Я уже вижу. Воронцов Евгений. Да. А вот Иванов подошел? Иванов. Да, да, я сейчас. Нет, подождите, который Евгений, у нас два Иванова. Извиняюсь. Зарьковский Александр. Я. Лужков Евгений. Я. Руку. Давай там баллы. Грицко Владимир. Я. Даниленко Александр. Я. Джарулаев Казим. Ну, имя его написано. Один. Не один, не там. Все три. Джарулаев, подождите. Давай. Джарулаев, Газим Магомед. Есть. Джарулаев, Магомед, Газим. Магомед, Данила Яков. Yeah. Он купостроил. Давай. 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 Котев Сергей. Есть. Данченко Юрий. Что, Данцов пришел? Иванов Михаил. Данцов пришел. Искандарян. НВЛ. Ваня. Коломейко Дмитрий. Кушнарев Олег. Я. Весенковский Евгений. Топкута Евгений. Топовалов Виталий. Старшак Никита. Старшак. Шевченко Григорий. Кого не назвали, заходите со строя. Заходи. Запишите. Да, он заявление писал. Напиши, подойди. Николай, Вячеслав Георгиевич, вступай. Уважаемые
И еще вот это уже. Да, и в соответствии с законом основным нашего государства, Конституции, где записано, защита Отечества является долгом и обязанностью граждан Российской Федерации. Проходит вот это данное мероприятие сегодня на территории нашего военного комиссариата. Здесь присутствуют участники боевых действий, воины-интернационалисты афганцы, священники, родные и близкие. Я хочу напомнить вот всем, даже присутствующим всем, что петровчане всегда служили, выполняли свой долг. Игрочевцы, с достоинством и честью. Многие из которых и умеренно удостоены высоких государственных наград. Я напомню, что это сегодня актуально, потому что он продолжает традицию фронтовиков. Их продолжили афганцы. Здесь вот стоит председатель Совета депутатов, кавалер ордена Красной Звезды Вячеслав Олегович Лагунов. Он афганец. Здесь стоят участники боевых действий в Кавказском регионе. Здесь вот стоит там, где вышел, на пороге сейчас стоят. Человек, который дважды побывал в ходе специальной военной операции на Украине и сейчас прибыл сюда. Все, что нужно, вчера вам сказали. Я присутствовал на комиссии, я хочу отметить, как председатель Совета ветеранов войны, что абсолютно 99% у 9, наверное, десятых, большинство из стоящих здесь в строю, чтобы вы знали, с пониманием, сознательно идут выполнять воинский долг. Не потому, что надо, говорит, значит надо, значит пойдем. И сегодня в 9 часов утра уже офицеры убыли на Буденновских, отправили первое. Вот. Поэтому я хочу что? Я хочу пожелать вам, чтобы служба была